Полезная и доступная. Нутрициолог рассказала, какую рыбу лучше есть осенью. Осенью организму особенно необходимы полезные и качественные жиры. Поэтому специалисты по питанию советуют включать в рацион жирную рыбу. Обычно слава достается дорогим скумбрии и семейству лососевых. А вот про более доступную рыбу, сельдь, все почему-то забывают хотя именно она была постоянным гостем на наших столах еще задолго до появления соцсетей и тысяч постов о пользе омега-3. Об этом напомнила в своем инстаграм нутрициолог Анна Макарова. Селедка бьет рекорды по полезности. Почему осенью стоит есть сельдь регулярно? В 100 граммах соленой атлантической сельди содержится 14 граммов белка, 18 граммов жира, из которых 2,4 грамма Насыщенные и 9 граммов углеводов, 262 килокалории. В несоленой приготовленной сельди 23 грамма белка, 11,5 грамма жира, 2,6 грамма насыщенных и 0 граммов углеводов, 203 килокалории. По содержанию омега-3 сельдь не уступает лососевым. В 100 граммах сельди содержится 1,6. 1,7 Г и казопинтоиновый ЭК и доказогексеиновой ДКК, омега-3 жирных кислот. Также сельдь является источником витамина D, витаминов группы В, включая В12, которые в больших количествах содержатся только в продуктах животного происхождения. Сельдь занимает лидирующие позиции по содержанию в 12 среди всех видов рыбы, более чем 1,5. Два суточной потребности на 100 граммов. Сельдь является хорошим источником нескольких минералов, включая железо, цинк, селен, фосфор, калий. Быстро поставят на ноги. Нутрициолог назвала простое натуральное. Средство от простуды и гриппа. Многие беспокоятся из-за высокого содержания натрия в соленой сельде. Не вижу ничего страшного в том, чтобы съедать небольшой кусочек слабосоленой сельди, 60-80 год, один раз в неделю, при условии, что в вашем рационе очень мало переработанной еды, вы не увлекаетесь сырами, особенно самыми солеными, употребляете много овощей, фруктов и бобовых, которые богаты калием. Этот минерал противодействует эффекту натрия. Заменить кофе? Нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией. Как выбрать и есть сельдь? Один. По современным рекомендациям, жирную рыбу нужно есть минимум один раз в неделю, порция примерно сотый, 140 год, а лучше два раза, общая порция, примерно 200 -й, 280 -й год. Такое количество жирной рыбы обеспечит нас 250-500 мг эйкозапентайоновой ЭК и доказагексейновой ДКК кислот в день. При покупке выбирайте твердую серебристую сельдь с ясными глазами, и без выраженного рыбного запаха. 3. Лучше покупать не соленую сельдь и запекать, если запах и вкус приготовленной сельди хорошо переносятся. Так вы получите все питательные вещества, но намного меньше соли. Раньше нутрициолог дала список продуктов для густых и длинных волос.